К другим темам. Более 38,5 миллиардов рублей составит бюджет Самарского территориального фонда медицинского страхования в будущем году. На 3 миллиарда больше, чем в 2018. Об этом на встрече с журналистами сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов. Планируется очередное повышение зарплат врачам и медсестрам. 224 миллиона рублей заложено на выплату денежного довольствия молодым докторам, тем, кто только пришел в отрасль. Почти 1,5 миллиарда пойдет на онкологические программы, продолжится закупка новейшего медицинского оборудования. Также со следующего года государство начнет финансировать два вида высокотехнологичной помощи – стентирование коронарных артерий и эндопротезирование тазобедренных суставов. В программе госгарантии на следующий год количество обращений в поликлинике с профилактической целью. То есть идет как бы вот упор на профилактику, и на миллиард в этой связи выделено больше средств на обращение жителей Самарской области в поликлинике именно с профилактической целью.